Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ваш любимый автомеханик. В этом выпуске я быстренько вам расскажу, как снять карту двери на BMW E46 Coupe. Для того, чтобы открутить карту, вам понадобится два основных инструмента. Первый – это Torx 20. И второй – желательный, очень желательный – это пластиковый инструмент, которым вам надо будет поддеть саму карту. Под ручкой есть заглушка болтика, она достается путем нажатия с одной стороны на нее. Вы ее продавливаете туда вовнутрь и достаете. На примере своей снятой карты для начала откручиваем 5 винтиков. Первый винтик под ручкой открытия. Второй, третий, четвертый. Под второй ручкой и вот здесь под заглушечкой аэрбэга пятый винтик. Берем Torx 20 и крутим. Дальше, желательно пластиковым инструментом поддеваем карту двери и отстегиваем все клипсы по периметру. Аккуратненько, чтобы их желательно все не поломать. После того, как вы отстегнули все нижние клипсы, вон одна, вторая и так далее, все по периметру, вверху вот здесь тоже есть горизонтальные клипсы. И потянув на себя карту, отстегиваем от горизонтальных. Вот они, горизонтальные клипсы. Вот, собственно, вот так вот все и вынимаем. Карта у вас в руках. Теперь особое внимание. Подключена ручка, трос ручки открытия замка и верхняя и нижняя колонка. Клипсы с колонок снимаются легко, потянув, взявшись за усики и потянув. И внимание, как снимается трос. У троса внизу есть вот такая собачка, которую надо потянуть на себя. Вы открываете ручку, тянете ее тоже на себя. Вот, собственно, и все хитрости. Если знаешь, как делать, то все очень легко делается. Вам удачи и успехов. Не поломайте клипсы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не благодарите. Чао!